Как ты думаешь, чем ты похож на этого пилота? На самом деле мозг пилота и твой мозг выглядят почти одинаково. Но есть и отличия. Мозг пилота очень сильный. Дело в том, что этот мозг тренировали. Конечно, это происходило не совсем так, как ты себе представил. Для тренировок использовали специальные приборы. Они помогают всем людям, которым требуется безупречная работа мозга. Хочешь узнать, где развивают суперспособности? А можно я об этом расскажу? Нет, Марфа, говорящая кошка — это слишком. Нам никто не поверит. Ну ладно, тогда придется просто напечатать.